Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Вот это по-нашему, вот это по-мужски. Сегодня давайте поговорим о любви. Что делает нормальный, правильный русский мужик, когда от него уходит любимая подружка? Тихая, всегда покорная подружка, которая раньше и голос поднять не смела, не то чтобы загулять налево. Подружка, которая всегда была под рукой, которая кротко и беспрекословно исполняла все то, чего хотел ее мужчина. На нее и денег тратить не надо было. Она всегда довольствовалась малым. Она не жаловалась, когда ее мужчина ходил налево, не плакала, когда он бросал ее именно в ту минуту, когда ей очень нужна была его помощь. А тут взбрыкнула и говорит: «Я от тебя ухожу». Что? Как? Почему? Из-за чего уходишь? Кому уходишь? Наглости набралась тихоня. Ухожу, говорит, к другому. Типа потому, что не любишь ты меня. Вот тут давеча, говорит она, на меня чужой мужик полез, сосед по лестничной клетке, едва не изнасиловал в извращенной форме, все платье мне изорвал, а ты даже и ухом не повел. И вот теперь, говорит подружка, я тебя бросаю. Ну нет, говорит в таком случае правильный русский мужик, хрен ты от меня куда уйдешь. Лучше давай сама домой возвращайся, а если сама не вернешься, я тебя силой верну, а хахлю твоему новому заокеанскому яйца выдеру, если, конечно, смогу. Ассаляму алейкум, с вами снова я, Золотер Гиз, канала Итон ТВ, Александр Ронкин. Напоминаю, чтобы вы не забывали ставить лайки, писать комментарии, шерить эту программу в социальных сетях и подписываться на все каналы Итон ТВ. Итак, о чем это я? Как сообщил телеграм-канал «Кремлевская табакерка», Россия решила вернуть Армению в свой гарем, ну, который называется АДКБ, причем вернуть силой. Ну и что, что армяне не хотят? А кто они такие, эти армяне, чтобы у них вообще спрашивать? Как говорит товарищ Путин, нравится, не нравится, ложись, моя красавица. Для того, чтобы вернуть строптивую наложницу в стойло братской любви и большой дружной семьи народов, в Министерстве обороны России решили создать специальный штаб, состоящий из высокопоставленных офицеров, специальную группу для силового решения так называемого армянского вопроса. Обратите внимание, эту спецгруппу создали не в Министерстве иностранных дел России, что по меньшей мере было бы логично, а именно в Министерстве обороны. Вам это ничего не напоминает? То есть изначально речь идет не о том, чтобы уговорить сбежавшую армянскую подружку вернуться под крутую, хоть и очень жадную, и очень бедную, но крепкую российскую мужскую руку. Нет, речь идет о том, чтобы найти беглянку, поймать и силой загнать ее обратно в спецзону дружеских отношений. Ну, или если хотите, в любовную кровать. Планы Армении покинуть АДКБ, Организацию договора о коллективной безопасности, или, как я ее называю, общество дружбы как бы, так вот эти планы вызвали не только разочарование в Кремле, но и ответную реакцию этого самого Кремля. По информации военкоров, накануне, буквально вчера, в Москве собрали спецгруппу военных специалистов, которые должны обеспечить перемену позиции Еревана. Эта фраза меня особенно забавляет. Группа российских офицеров должна обеспечить изменение позиции Еревана. Что-то кому-то еще здесь не ясно? Звучит это так. Ты против меня? Сейчас я дам тебе по голове, и ты сразу будешь за. Собеседники в Минобороне неохотно говорят о том, каким образом это будет сделано, но отмечают, что возвращение Армении
Это сегодня самый важный приоритет для Кремля и Генштаба России. Мы с вами, друзья, довольно отчетливо представляем себе, как военные специалисты из Российского Министерства обороны обеспечивают это самое изменение позиции в соседних странах. Они проводят такие специальные любовные операции, которые называются «принуждение к дружбе». Ну, собирается команда крепких парней из группы «Альфа», например, и высаживается прямо в президентском дворце страны, которая вдруг дружить не хочет. Ну, или говоря по-простому, по-русски, не дает. Чик-чак, дело сделано. Был один президент, стал другой. Красавица молча легла и дала. Дала теперь беспрекословно и тихо, как раньше. Ну а если не получилось президента по-тихому поменять, то у России есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах. Можно и войска ввести, чтобы защитить русское население от Армении и от армянских нацистов. Что, русских в Армении нет? Будут. Ведем пару дивизий дополнительно, вот вам и русское население. А там, глядишь, можно и референдум провести о присоединении Армении к российскому гарему. Типа она сама легла по любви и доброму согласию. Мы долгое время помогали Армении, а сейчас Пашинян решил прогнуться под американцев? Не получится, обиженно сказал высокопоставленный чиновник в Минобороне. Это большая глупость, добавили в Кремле, и тут же напомнили об Украине. Вы, армяне, нас сильно разочаровали, сказали в Кремле. Мы вас любили, холили и лелеяли, а вы решили к американцам уйти. Ну уж нет. Не делайте глупость, девушка, сказали в Кремле. Неужели пример Украины вас ничему так и не научил? Неужели Никола Пашинян думает, что Запад ему поможет? Это большая глупость. Так полагают в Москве. Американцы, они поматросят и бросят, а мы, русские, тут рядом всегда. Были, есть и будем. Мы уверены, что армяне о таких решениях еще пожалеют. Причем пожалеют достаточно скоро, сказал военкором высокопоставленный источник в Генеральном штабе России. Ну, если это не звучит как прямая и недвусмысленная угроза военного вторжения, то я тогда русский язык совсем не понимаю. Но мне простительно, я кыргыз. Правда, на прямой вопрос, возможно ли в Армении специальная военная операция по примеру Украины, источник уклончиво ответил: думаю, нет. Пашиняна сам факт дружбы с американцами похоронит. И в то же время этот высокопоставленный военный пригрозил, что Россия готова содействовать тому, что и Азербайджан, и Турция усилят свое военное давление на Ереван. Вот тогда, мол, красавица, сама прибежит, ляжет и ножки раздвинет. Москва в отношениях с бывшей армянской подружкой сегодня выглядит как такой обиженный карандашев из «Бесприданниц». «Ах так!» — кричит брошенный и обманутый жених. «Так не доставайся же ты никому!» Я не знаю, получил ли в результате герой нашей юности Костя Остенбакен от польской красавицы Инги Зайон то, чего он так хотел получить, а именно любви, или не получил. Но Армения сегодня приделала на большие ветвистые рога кремлевского мача новые отростки и новые детали. А что может быть обиднее для маленького старого мужичка, который очень хочет казаться крутым? Большие ветвистые рога. На этом сегодня все. Дорожись, Армения. Слава Украине. Боже, храни Израиль. Мы победим.